Начинаем вязание со снятия мерок и составления схемы топа. Фигура. И нам нужно несколько мерок. Объем груди и длина изделия от подмышки. Положите под руку линейку и от линейки вниз отметьте ту длину, которую хотите иметь. Получаем деталь. Я беру полный размер, не деля на половинки. Так у меня по груди. Это окружность груди плюс небольшая свобода. У меня окружность груди 92-94. Немножко добавляю, получается 100. Небольшая свобода. Высота 26. Это нижняя часть и верхняя часть. Она немножко больше. Измеряете через руки, через плечи, вот это место. Вот так, чтобы вам было комфортно. Комфортно, не стягивая изо всех сил, а так легонечко вокруг плеч. У меня это 112. И высоту кокетки. То есть это кокетка от точки, от линейки, которую вы положили, до плечевой косточки. Вот это расстояние. 16 сантиметров. Таким образом, мы с вами сняли всего 3 мерки. И, в общем-то, пока это все, что нам нужно. 112, 16, 26, 100. Ориентироваться при составлении будем на верхнюю часть, на кокетку. У меня это 112. 112 мы делим на 4. Сейчас пока все в сантиметрах, потом в петельную пробу подставим. 112 делим на 4, 28. Это ширина клина. И клин будет представлять из себя прямую полосу. Это 26 сантиметров высота. 28 высота, ширина клина. И дальше у нас 16 кокетка. По переду и по спинке у нас идут детали целиковые. 16. Но мы не просто вяжем 16 по прямой, мы делаем убавку внутри полотна. Стяжка. Стяжка где-то на 1/3. 16 делим на 3. Получается так, за 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров мне нужно на убавке. Будем делать в 2 этапа. Убавки сейчас пошире нарисуем. И получается, что вот здесь вот 11 сантиметров мы по прямой вяжем, дальше убавки. Как еще раз делается? Клин по прямой. 28 сантиметров набрали, провязали. 26 плюс 11 по прямой и 5 сантиметров на убавке. Убавки внутри полотна будем делать, исходя из петельной пробы. Какое количество сантиметров по верху? Ну, давайте снимем еще одну мерку. Берете метровую ленту и смотрите, как комфортно вокруг шеи обводите, и смотрите, насколько комфортное количество сантиметров по горловине вам подходит. У меня это 50 сантиметров. То есть получается с одной стороны 112, а с другой 50. И 50 мы тоже делим на 4, 12,5. Вот здесь мы должны выйти на 12,5 сантиметров. 28, 12,5 убирается, видите, очень так существенно. Это перед спинка. Бока, они, естественно, будут другие, потому что ориентируемся на нижнюю часть. 100. Всего 100 сантиметров, но у меня 28 перед, 28 спинка. 100 минус 28 умножить на 2 перед спинка. И делим на 2. Это 2 бока. Значит, 28 умножаем на 2. Получается 56 сантиметров. 56 сантиметров уходит на вязание переда и спинки. 100 минус 56. У меня остается 44 сантиметра на бока, на 2 бока. Делим на 2, 22. Итого, боковые части, бочок,
22 сантиметра у меня основания. Провязываю высоту 26, а дальше хитро мне нужно будет сделать рукав. Когда мы с вами дойдем до вывязывания бочков, мы сначала сделаем перед спинку, посмотрим, что нас все устраивает, потому что это простые детали. После этого мы с вами перейдем на вязание боковых частей вместе с рукавчиком. Мы с вами оставим количество, не сейчас посчитаем количество петель, освободим часть петель на бросовую нить, которые пойдут под руку, подрез, снимем на бросовую нить точно такую же часть, как с другой стороны, сделаем донабор и провяжем кокетку. Потом мы с вами вот эту часть соединим горизонтальным трикотажным швом, и у нас получится нижняя часть прямая, а верхняя с рукавом. Мы с вами вывяжем вот таким образом имитацию кокетки, рукав дополнительный. Здесь те же самые 16 сантиметров, и та же самая убавка, мы должны будем получить с вами 12,5, вот по этому же принципу, потому что количество петель тут будет одинаковое, мы доберем до сколько там, до 28. сантиметров. То есть мы с вами доберем 28 минус 22, 6 сантиметров. Это не джемпер с рукавом, это не кокетка традиционная, здесь майка, и за счет того, что у нас будут расходиться детали, у нас будет отличный вход для руки. Посмотрим его, когда будем подходить уже к этой детали поближе, по факту провязанных деталей. Но пока давайте переходим на простые части. Итак, петельная проба. У меня вязание достаточно из тонкой пряжи. 3,12 петли и 4,76 рядом в одном сантиметре. Четвертая плотность. 28. Смотрите, 26 рядов без планочки. Здесь будет еще небольшая планочка. На нее потом, ее мы довяжем потом, по факту уже. Поэтому сейчас все начинаем с бросовых нитей. 28 умножить на петли, умножить на 3,12, получается 88 петель. Набрали на бросовую нить. 26 плюс 11. Давайте так, 26, нам нужна метка, зарубка, до какой мы будем сшивать. Хотя там будут полоски, мы не перепутаем, но все равно 26 умножить на 4,76, получается 123. 120 рядов. Округляем. 11 умножить на 4,76, 52. Полотно растягивается, поэтому округляю в меньшую сторону. 50 рядов. И 5 это ряды на убавку. 5 умножить на 4,76, 20 рядов. За 20 рядов мне нужно сделать 2 убавки. Первая на 20, на 10 и убавочки по при надвязывании планки. То есть мы 50 рядов провязали, делаем убавку. 10 рядов провязали, делаем убавку. 10 рядов провязали, будем выполнять планку, соберем. 12,5 умножить на 3, 12. Примерно 40 петель с каждой детали мы должны получить. 88 делим на 3, берем 1/3. Мне нужно убрать 20. Так. Как убираем? У меня есть 88 петель. Итак, на 50 ряду я убираю линию низа, делим на 1/4. 88 делим на 4, получается 22 петли. Значит, здесь у меня
по первому ряду минус 22 петли. У меня получается 88 минус 22, 66 петель. На 10 ряду 66 петель делим на 1 треть. 66 делим на 3, получается 22. Вот здесь вот мы тоже убираем минус 22 петли. Это совпадение, обычно цифры не совпадают. То есть мы убираем 22 петли по началу кокетки, 22 в серединке. И все, что останется, мы уберем по факту, когда будет уже готовый топ, мы будем его оформлять по линии низа и по линии горловины. Поэтому делаем примерные убавки. Если вы плюс-минус ошибетесь, ничего не изменится, мы все подкорректируем планочкой. Так, ну, собственно, все. Задача в том, чтобы мы определились с тем, какие будем делать полоски. Полоски на ваше усмотрение. Можно делать одинаковые, как тельняшка. Можно делать широкие, узкие, и они будут у вас совпадать, идти вот ровными рядами. Можно делать с переходом, с перехлестом. Я буду делать с перехлестом. Мне так больше нравится. Вот я нарисовала себе такие полоски. Ширина этих полос тоже на ваше усмотрение. Все зависит от вашего пожелания, от той пряжи, которую вяжете. Поэтому посмотрите, какой вам больше подходит вариант. У нас получается 120 плюс 50 плюс 20. Всего 190 рядов. И наша задача сделать так, чтобы по переду и по спинке у нас шло количество полос ровное. На рукавах можно корректировать. 190 рядов. На что делится 190? Я хочу провязать 16 рядов один цвет и 4 ряда второй цвет. У меня вот такие полоски, потому что очень тонкая пряжа. Это 20. 190 на 20 не делится. Поэтому как вариант можно по линии низа выполнить 10 рядов и дальше вязать полоски. Все, то есть на... скорректировать по низу, можно по верху. Можно 190, вот здесь вот 120 рядов превратить в 100, в 200 рядов. То есть сделать не 120, а 130 рядов. То есть корректируйте количество рядов относительно того изделия, относительно полосок, либо полоски относительно изделия. Мне проще провязать лишних 10 рядочков, потому что хочу, чтобы полоски были целиковые. Я лучше по верху не буду 4 вот эти цвета довязывать и все. Поэтому не буду делать так. Провязываю. Начинаю вязание с 16 рядов, потом 4. 16, 4. И заканчиваю точно так же на 16 рядах. 4. Довязывать не буду. Итого у меня получится на 6 рядов больше провязано, чем нужно. Еще раз, не факт, что вам нужно прямо укладываться в эти полоски, мне просто хочется вот так. И тогда я смогу сделать планки другого цвета, обрамлять верх и низ, потому что у меня 16 и 16 темным цветом, а полоски можно делать светлые при таком варианте. И все очень даже симпатично получится и соберется. Здесь нету такой грани и такой необходимости вот просто до каждого миллиметра досчитывать. Все очень легко, потому что это топ, он живой, и его можно корректировать прямо по ходу работы. Итак, провязываю две детали. Сейчас набросываю нить. Набираю 88 петель, довязываю до первой убавки. Довязали до первой убавки, вот как раз 50 ряд, 50 на счетчике, и мне нужно убрать, как мы и планировали, 1 четверть, 22 петли. У меня 88, 22 плюс-минус. Вот на данном этапе вообще чуть-чуть больше, чуть меньше, даже не, можно не переживать, потому что основную корректировку мы с вами сделаем, когда будем выполнять планочку по горловине. Если что, чего-то не хватит, мы подтянем там. Поэтому 20, 20, 22, 23, вот как выйдет. Здесь 88 петель. И как просто, без расчетов особых, не убиваясь, это сделать. 88 делим на 22, получаем 4. Вот
Если не делится ровно, плюс округлите до любого числа. Меньше, больше, тоже тут не важно. Еще раз говорю, корректировать будем потом. Поэтому округлите, да, по правилам округления. И 4. Значит, каждую четвертую петлю мы на каждую четвертую петлю надеваем по 2 иглу. На каждую четвертую иглу надеваем по 2 петли. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 можно было подвинуть, будет 22, вообще не важно. Итак, на каждую четвертую иглу я надеваю по 2 петли. И таким образом выполняю стяжку на 50 ряду. И мне нужно будет провязать 10 рядов, опять срезать полотно и сделать ту же самую операцию. То есть у меня получится, сколько получится петель. Там не 66 будет, а 67. Делим на 3. Делим так, еще раз на... Сейчас посчитаем. Давайте сделаем эту операцию, потом посчитаем вторую. Как бы не будем забегать вперед. Итак, берем связанное полотно. Снятое на брусовую нить. Вот оно. Кстати, не забудьте поставить метку. Метка у нас выходит на середине. Сюда, вот здесь у меня будет пройма заканчиваться, деталь нижняя, то есть боковая. И от вот этого места вверх пойдет вязаться рукавчик. Поэтому метку поставила. Берем полотно изнанкой к себе. Загибаю, начинаю надевать петли сбросовой нити. Иголочки. Две петли. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, раз, два. Самый простой способ расчета для того, чтобы убрать петли внутри полотна. Так, раз, два, три, раз, два, три петли на четвертую, две. Раз, два. Для того, чтобы не запутаться, вы можете каждую четвертую иглу выдвинуть чуть-чуть вперед, мало ли забудете. И надевайте все полотно, провязывайте 10 рядов с учетом полосок, чтобы они не сбивались. И делаем еще раз вот такую же операцию, стяжку, еще 10 рядов и заканчиваем. Второй этап. Убираем 1 треть, 66, делим на 3, получается те же 22 петли. 66 делим на 22, получается каждая третья. Ну, вот 1 треть, можно даже не... Делать проще. Одна четверть каждую четвертую, одна треть каждую третью. Все. И вот эти все расчеты можно не делать. То есть все гораздо проще. На какая дробь? Вот настолько убираем. То есть одна треть каждую третью петлю. Две по одной петле, третью две. Одна, одна, две, одна, одна, две, одна, одна, две. То есть каждую третью иголочку я выдвигаю вперед и стягиваю. Вот сколько-то у меня должно получиться, как можно туже. Еще раз, все, что не хватает, мы с вами сделаем на третьем этапе. Уберем. И все то же самое. Надеваете первую. И довязываете до 20 ряда. 2. Ну, здесь вот вторая ниточка у меня шелковая, более тугая. С ней надо поаккуратнее. Так, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 до конца и довязываете до завершения детальки. Снимаете набросовую нить. Так, несколько советов. Когда вы начинаете вязание сбросовой нити, провяжите контрастный к основному цвету. У меня первый темный, поэтому контрастный брусовой нитью обычный акрил.
на такой достаточно рыхлой плотности, чтобы были петли открыты. И чтобы разделить бросовую и рабочую, один ряд катушечный. Рабочая коричневая, она такая темно-серая, бросовая белая, ряд катушки контрастный, чтобы его легко было снять. То есть, чтобы он хорошо разделял петли, у меня бордовый, можно голубенький, чтобы просто отличалось. И рабочая плотность на шелке четверка. Я бросовую нить делаю достаточно рыхлую, восьмерка. И смотрите, первый ряд рабочей нитью я буду провязывать на шестой плотности. То есть рабочая четвертая, один ряд я провязываю на шестой, для того, чтобы потом мне было проще работать с открытыми петлями, когда я буду создавать планочку. Потому что очень тугие, очень плотные петли потом тяжело поддаются обработке. То есть их надо будет ловить, натягивать. А первый рыхленький ряд даст возможность спокойно эти петли обработать. И еще сейчас покажу прием, как я убираю хвостики. Потому что 16 рядов, достаточно большое количество полотна. И протяжки по бокам нам будут здесь совсем не нужны. Во-первых, они могут затягивать полотно, это уже плохо. И резинки по узелки по краям мы завязывать не будем. Сейчас покажу. Итак, первый ряд. Шестая плотность. Провязываю рядок. Так, счетчик включили, все. Сразу ставлю рабочую четверку. Проверила, что все завязалось. И количество рядов, которое у меня идет на первый фрагмент, 16. Провязываю. Сейчас, когда буду менять цвет, покажу вам, как прятать хвостики. Так получилось, что у меня закончилась нить. Как раз на 16 ряду маленький хвостик остался. Его и спрячем. Достаю. Нить очень скользкая, шелк, вискоза прям вот скользит, и сразу, видите, вот чуть что растянулось. Узелки завязывать неблагодарное дело, они все равно развяжутся и распустятся при первой возможности. Поэтому берем нить, иголочек побольше, и делайте обвивы по этому же цвету. Вот серая нить, серый цвет. 10-12 обвивов сделали. Любую прищепку, бельевую, обычную. Все, вот это закрепка. Даже если развяжется несколько петелек, вот так далеко нить не уйдет. У вас идеальный край, крайние петли идеально подтянутые, ничего не растянется, ничего завязывать не надо. Потом вы просто этот узелок отрежете, и не узелок, а хвостик. Начинаем новый цвет. 4 ряда. На эту же скрепку могу скрепить. Прищепку провязываю один ряд. Так. Главное, ничего не уронить. Аккуратно. Провязали. Беру хвостик, который у меня от этой нити образовался. Тот все, можно отпустить, он уже никуда не денется. Он уже ввязан в полотно. Достаю сколько-то игл, в зависимости от того, насколько скользкая пряжа. Первую иглу не обвиваю, начинаю со второй, потому что мне нужна будет первая игла для того, чтобы делать соединение, первая петля. Поэтому утяжелять ее не буду и делаю обвивы. Ну, вот такая очень тонкая, очень скользкая нить, поэтому до десяточки. Все, бросаю скрепку вниз. Два, три, четыре. Дальше я перехожу на 16 рядов. И через 16 рядов вот такая вот огромная протяжка мне абсолютно не нужна. Поэтому я хвостик отрезаю. Достаю иглы и делаю обвивы. Поскольку эта полосочка беленькая небольшая, серую нить я резать не буду. Через небольшую полоску протяжка не сильно будет нам мешать. А вот такая длинная, она будет очень мешать в дальнейшем. Поэтому все, закрыли.
Беру второй цвет рабочий, начинаю вязать. Поскольку у меня нить начинается, провязываю ряд, обвиваю, и вот они хвостики. Потом их просто обрезать, и вы о них даже не вспомните. Если завязывать узелки, потом время и напряжено. Это очень неприятно, когда вы уже собираетесь все соединять, и у вас тут все распускаются узелки. Здесь все уже готово, полотно полноценное, узелков нет ни справа, ни слева. Спокойно можно обрабатывать полотно. Итак, вяжите вторую деталь, и мы будем с вами делать бока. Провязываем боковые части. Так, у меня цвет меняется. Сейчас я вам покажу, в чем тут суть. Когда меняется цвет, мы провязываем не полноценный раппорт 16 рядов, а начинаем с кусочка. Какой кусочек? Разберемся сначала с цветом. Вот у меня 16 рядов, это полоса. Ну и 4 ряда следующего цвета. Раз, два, три, четыре. То есть 4 ряда одного цвета, 16 другого. В принципе, достаточно удобное сочетание, потому что вместе они дают 20 рядов. И вот такими вот целыми числами, 10, 20, 30, гораздо проще оперировать, чем непонятно каким сочетанием. Поэтому, если вас устраивает такой размер полос, тоже берите 16 и 4. У меня середина 16, вот 8 и 8. И на этом месте я должна... Ну, давайте беру цвет, вторую полоску. На этом месте я должна провязать 4. Раз, два, три, 4. От середины, то есть от середины 2 в одну, 2 в другую, 4 стороны. Что у меня остается? У меня остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть я провязываю 6 рядов белый, 4 ряда серый. У меня получается десятка. Вот тоже в чем удобство. И дальше 16 белый, 4 серый. 16 белые, 4 серые. И как пойдет, куда выйдете. То есть, но начало у нас этот перекос должен быть заложен. Если вы вяжете по прямой, повторяйте цвета ровно так, как вы вязали на двух первых впереди спинки. Если у вас идет перекос узора, как у меня, сдвиг, то вот такая же система. Если не знаете сколько, прорисуйте себе эти полосочки, посмотрите, где середина, сколько вы провязываете этим цветом и сколько у вас остается в реальности рядов. Сделали себе такую метку и не ошибетесь. В итоге у меня вот 6 рядов белый, это бросовая красная, конечно, 6 рядов белый, 4 серые, и поехали раппорты дальше. Дошли до 130. На 130 рядах, помните, мы с вами делаем рукав. То есть у нас заканчивается, это начинается пройма, и сейчас мы эту пройму вывязываем. Количество петель делите на 4, 2 в середине оставляете. Это и есть наша, собственно, вход в руку, подрез. Одна остается на машинке, подрез мы снимем сейчас вторым этапом, и вторую сторону мы снимаем набросовую. Набросываю через катушечную, потому что мы будем делать горизонтальный трикотажный шов, и в итоге рукавчик зашьем иголкой. Для чего такие сложности? Потому что будет имитация полностью бесшовного вязания. Будет непонятно, откуда что взяли и где какой элемент начинается, где какой заканчивается. Потому что мы сейчас еще и рукавчик с вами вывяжем. Чтобы петли не потерялись, рекомендую их закрыть. Но закрывать долго сложно, поэтому бросовые можно просто снять на толстую иглу или коромыслом. Для этого еще и нужна катушка, потому что, во-первых, она даст прекрасную возможность нам сшить петли, не снимая бросовую. И, во-вторых, мы спокойно можем закрывать и потом просто выкинем этот... Огрызочек не очень удобно снимается, но зато мы эти петли не потеряем. Они нам нужны будут не скоро. И прежде чем мы будем зашивать эти петли, мы их, скорее всего, потеряем. Потому что пока мы будем оформлять рукав, так, пока там зашивание, соединение, петли распустятся. Поэтому вот этот способ, он
убережет нас от ненужных действий по ловле петель. Все, сняли. Почему по отдельности? Чтобы потом не искать, петли есть, все. Вторым этапом снимаю пройму. Вот эту вот четвертинку. У меня, видите, даже метки стоят. Я поставила, потому что таким образом делается обе части одинаково. Здесь я не буду ничего закрывать, потому что рукав буду оформлять достаточно быстро. То есть мы довяжем полотно и сразу переходим к рукавчику. И эти петли потеряться, распуститься у меня не успеют. Так, частичное вязание включить. И частично снимаем. На несколько рядов сняли, сбросили. Так, снимаем утяжелитель, иначе мне перетянут все петли. У меня такое легкое воздушное вязание. Так, все, мы это сделали, этап. И сейчас нам надо донабрать петли. Вот в этом месте мы с вами находимся. Помните, рисовали? Провязали 130 рядов. Сняли на набросовую один этап. Вот, кстати, с этой стороны снимали. Вот отсюда. Вот то, что мы с вами сняли первым этапом. Вот то, что мы с вами сняли вторую. Вот эта часть остается висеть на машинке. Кстати, не забудьте, это зеркальная деталь. И вторую бачок вы будете вязать в зеркальном отражении. То есть добирать с другой стороны. И сейчас нам нужно добрать петли, начиная вот от этой точки, добрать то, что мы сняли, и вот этот уголок, как раз рукав. Сколько вы посчитали, вот столько и добираете. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут 50. Раз, два, три, четыре, пять. 56. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сюда. Вот такое количество петель мне нужно донабрать. Добираю. С противоположной стороны эти иголки у меня висят, я их не трогаю. Добираю один ряд катушки, потому что как я буду потом соединять, чтобы с обратной стороны это полотно не распускается. Добираю все на одну нить, не буду здесь уже разбираться. Я просто поставлю себе меточку. Делайте донабор удобным способом, можно через иглу обвить, можно быстрыми способами, как удобно. Я делаю обвивы через иглу. Там, где у меня петли остаются на иглах, постарайтесь не задеть. И провязываем несколько рядочков. Один ряд катушки. Опять же, это обязательно, чтобы потом не испытывать трудности при соединении полотна. Катушка контрастная или просто хорошо видная на фоне и бросовой, и основной. Это тоже такое условие. Это не обязательно, это желательно для того, чтобы потом легче было работать. Провязали. Закрепили. И вяжем. Так, обнулили счетчик. И сейчас задача провязать 50 рядов по прямой. Ну, как мы с вами делали на переде, на спинке. 50 рядов по прямой. Дальше мы делаем убавку. И за 20 рядов выполняем еще одно убавление петель. Внутри полотна. То есть все, как мы уже с вами делали. Единственное, что здесь выполним такой вот разрез. Но нам нужно поставить меточку. Поэтому смотрите. Убираем частичную. И раз, два. Несколько рядочков провязала. И сейчас сделаю себе меточку. Что за метка?
есть сколько-то петель, мне их нужно будет сшить. И чтобы потом, когда я буду выполнять рукав, мне не отсчитывать ничего, я это делаю сейчас. Просто облегчаю себе работу на следующий этап. 16 игл с одной стороны, я делаю 17 игл с другой, потому что не забудьте, у нас каждый раз снизу на одну петлю меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. На 17 игле я делаю себе узелок. Старайтесь не завязать колок. Все, завязали ниточку. Эта часть, вот эта вот у меня, 17 здесь, 16 с другой стороны, еще раз 17, потому что изнутри у меня на одну иглу меньше, с нижней стороны. Мне нужно столько же, чтобы было. Завязали узелок, все остальное от метки, вот здесь вот, до вот этой метки у меня пойдет на рукав. Не нужно будет думать, я просто надену эти петли и буду с ними работать. А вот эта часть у меня пойдет на сшивание потом. Так, все. Это сделали, и теперь 4 ряда, 16, 4, 16, 4 до 50 рядов. Провязали до 50, снимаем набросовую и делаем убавку внутри полотна. Здесь петель много, здесь нужно убавлять больше, потому что нужно выровнять с горловинами по переду и по спинке. Поэтому убавку буду выполнять 1 игла, 1 петля, 1 игла, 1 петля. Одна игла, две петли, петля, петля, одна игла, одна петля, одна игла, две петли. Вот таким образом я буду убирать. То есть, если по переду и по спинке у нас было меньше петель, нам не надо было так активно стягивать, то здесь плечико маленькое, и нужно максимально все убрать. То есть, две стяжки я делаю вот таким вот более жестким способом. На 50 ряду, потом еще 20 на 10 и снимаю набросовую. Деталь готова, и будем приступать к оформлению рукава. Самый, ну скажем так, сложный элемент — это рукав. Он не сложный, он просто немножко кропотливый. Надеваем верхнюю часть на иглы. Нижняя часть подрез оставлю. Почему так делаю? Смотрите, по нижней части у меня идет полоска. Здесь полоски нет. Я начну вывязывать рукав, и у меня собьется узор. А это верх руки. То есть здесь обязательно узор должен продолжаться. Вот эти серые полосочки, они прямо обязаны быть. Внизу есть, а наверху не будет. Это уже просто сбой. Вот прям все, некрасиво. И первое, что нам надо сделать, это вывязать полоску. Если у вас узор получился в середине, рукав получается в середине полосок. Вот сколько не хватает, довяжите. Вот здесь вот, потому что это верхняя часть, и она не должна иметь сбой. Вот сколько не хватает, столько вы полосок и провязываете, выравнивая узор. Это обязательно. На пройму не смотрите. Мы сейчас начали вязать рукав. Он идет в сторону от вязания, и с нижней частью будет связан мало. Нам важен вот этот верх. Это горлышко наше, это вот идет та часть, которую мы снимали набросовую. Сейчас мы будем с вами берем серую. Первую отделку. И начинаем вязать. Если я вывяжу просто трубу серую, 4 ряда, у меня собьется вот здесь вот узор. И вот здесь тоже будет лишнее. Вот сам, ладно, с края, где у нас рукав просто отходит, но вот тут рукав будет продолжаться. Я сейчас эти петли надену на иголки. И представляете, здесь такая ступенька. Мне нужно вот сюда, где я буду продолжать, на подрез, вот здесь под рукой, вывести ровненько, гладенько, чтобы не было перекоса. Поэтому частичным вязанием петля серая, она идет как раз между деталями. Вот здесь вот из серединки я взяла из серого полотна, и она будет как бы соединителем. Ее провязывать не буду, по ней сделаю обвив частичкой. Очень тонкое полотно, такое рыхлое, такое нежное, что его оттягивать крабиками просто нельзя. Вешаю скрепку, набросываю нить. Ну, еще куда-нибудь тоже скрепку, этого достаточно. А длинная часть будет оттягиваться тем полотном, которое уже провязано. Частичное вязание, один ряд.
крайняя игла в переднем положении. Так, 4 ряда мне нужно провязать. Обвили. Убираем хвостики. Ой, чуть-чуть потянули, все. Сбилась. Конечно, стоя неудобно. Удобно, когда сидишь под рядом с машинкой, но... Обвиваю примерно 10 игл. Крайнюю иглу вперед. 2. Ну, таким образом, чтобы у нас встречались острые уголки, они будут отлично втыкаться в уже провязанную полоску, и будет ее не видно этого резкого перехода. Так, провязали полоску, делаю обвивы, потому что обрезаю нить. Теперь самое интересное. Мне нужно... надеваю вторую часть на иголки, как продолжение. То есть вывязали полоски, полоски уже подровняли. Надеваю сейчас. Вот сколько есть открытых петель, столько надеваю. У меня получается единое полотно, рукав. И наша задача сейчас будет очень интересная. Нам нужно будет вывязать больше рядов по плечику, меньше под рукой. Рекомендую надевать относительно какой-то циферки, вот нолик. Я выбрала центр каретки, центр игольницы, половину. Надели, провязали пару рядов, все. И теперь начинаем вывязывать частичные ряды. Но не по правилам, а так, чтобы у нас по одному рядочку шло, без защипов. То есть частичный ряд, это раз, два, проехали, у нас защип. Сейчас мы будем провязывать один ряд. Для этого нам нужна отдельная нить. Отмотайте немножко от бобины или от мотка, если у вас нет второго источника нити. Включаем частичное вязание, будем провязывать частью. Рекомендую, когда вы надевали полотно, надевать так, чтобы половина, которая идет на плечо, и половина под рукой разделялись, ну вот у меня нолик. Это одна часть, это вторая часть. Ну, чтобы не путаться. Или метку поставьте. И таким образом будем провязывать частичные ряды. Провязывать будем на уменьшение. То есть по 5 петель. 5, 10, 15, до 20 дойдем и обратно. Сейчас буду показывать, как. Берем вторую нить. Убираем из нитеводителя, если он у вас есть. Основную. Так, дополнительная ниточка, нас будут провязывать дополнительный ряд. То есть мы будем ее провязывать, не отрывая. Так, 5 с одной стороны, относительно нуля 5 с другой стороны, остальные все иглы переднее положение. Они не вяжут. Нам нужно провязать частично небольшой кусок, 5 вот, относительно плеча, 5, ну примерно 5-5. Счетчик работает, то есть ряды мы будем считать по плечу. Под рукой должно быть рядов в 2 раза меньше, чем на плече. Для того, чтобы убрать мешок, ну и вот такую трубу, отходящую в сторону. То есть вот этот мешок, он не украсит. Мы таким образом сглаживаем с вами под рукой место. Некрасивое у нас не получится. Итак, можно сразу закрепить эту ниточку, кстати. Сейчас у нас иглы уже стоят. Так, что я сделаю? Да. И провязываем один ряд.
нить обвили, опустили. Переводим каретку. Ставим в нее рабочую нить. Убираем частичное вязание. На всех иголках провязываем один ряд общий. Включаем частичное вязание. Вынимаем нить из нитеводителя. Ставим в переднее положение все иглы от дополнительной нити. И здесь у нас было 5, теперь 15. Так, 5, да, 10. То есть добавили еще пятерочку. Берем нить, продеваем между первой и второй иглой. Нитеводитель. Провязываем ряд. Долго, можно сказать, что так, обвили ниточку, иголочку крайнюю, опустили, перевели в каретку. Поставили в рабочее положение. Так, провязываем сейчас на всех иглах. Вынимаем нить. Можно сказать, что долго. Можно сказать, что прям проще по традиционному способу, да. Но таким образом мы очень аккуратно и очень незаметно ввязываем ряд. То есть не делаем такое нарочито частичное вязание. Так, 10. Частично. Провязываем ряд. И так далее. Так, вот поставила в работу случайно иголочки. Ничего страшного. И так далее. То есть мы таким образом провязываем 16 рядов по плечу и 8 рядов под рукой. 2 ряда сглаживающих и еще один ряд, вот такой клин. То есть у меня получится по плечу 2 раза больше полотна, чем под рукой. Провязывайте то количество, какое хотите. Хотите этот способ, хотите вяжите прямую трубу, хотите вообще не вяжите ничего, у вас будет майка. Очень интересно, очаровательно, без рукавчика. То есть в данном случае отделка на ваше усмотрение. То есть если вы вообще не хотите рукав, примерьте, посмотрите, устраивает ли у вас такой вид майки. Просто сделайте окантовку, планочку по открытым петлям, все, у вас совершенно чудесная майка. Я предлагаю рукавчик. Небольшой, неправильной такой вот кривой формы. Интересно, провязывайте, довязывайте до завершения и будем с вами делать планочку. Рукавчик готов, и сейчас нам надо его соединить. Делаем соединение, то есть мы надеваем петлю нижележащую на соответствующую ей иглу. Таким образом мы выполняем обратный подгиб. Петля серая, так, на иглу соответствующую ей. Весь ряд надеваете, и наша задача будет сейчас этот ряд соединить. А теперь сделаем соединение косичкой, но не стандартной косичкой закроем, а косичкой облегченной. Способ применяют многие. Я вам просто его напомню. Наверняка он вам известен. Мы берем рукой, провязываем ряд. Очень рыхло. Задача сделать эти косичку очень рыхлой, чтобы она не стягивала. Обычно будет тянуть. То, что мы сейчас делаем, тянуть не будет, потому что она из очень свободных петель. Провязываем руками.
Почему руками? Потому что машина такой длины петли не сделает даже на самой максимальной плотности. У меня есть щелчок, ступор тут в конце, и поэтому я ориентируюсь на него. Видите, даже щелчок раздается. Если у вас такого нет, вы можете между рельсами или игольницей к стенке задней машинки, если она есть, проложить линейку, карандаш. Если ничего нет, вы можете поставить несколько игл и на них положить линейку. Будет держать. Петли должны быть длинные и все одного размера. Это важно. Аккуратно поставьте иглы в переднее положение, стараясь не спустить. Не упустить эти петельки. Закрутить язычки. И потихоньку начинаем. А со стороны противоположной хвостику нити начинаем плести косичку. Забираем петлю, которая на игле, и пропускаем ее через петлю на петлю ловителей. У нас получается очень рыхлая коса. Она частенько используется в качестве отделки, но здесь в данном случае нам просто нужно полотно никаким образом не утяжелить и в то же время сделать его очень эластичным. Ну и поскольку это внутреннее соединение, здесь нам в принципе, не то, что не важно, а вполне допустимо. И вот такой вот вариант тоже. То есть, видите, оно хорошо тянется. И в то же время, если пряжа при обработке паром или стирке будет давать усадку, эти петли точно так же усядутся и будут очень хорошо себя вести и держать полотно. Если надо растянуть, они прекрасно растянутся. Закрываете, через последнюю петельку продеваете хвостик рабочей нити и переходим к соединению деталей. Провязали две детали одинаковые, только в зеркальном отражении, не забудьте. Вот то, что у нас получилось. Что-то совсем непонятное. На самом деле это полочка с рукавом, четвертинка. Смотрите. У нас есть две части с открытыми петлями. И мы их с вами должны сейчас соединить. И у вас получается вязаный рукав. Сейчас мы сшиваем горизонтальным трикотажным швом открытые петли. Сошьем на вязальной машинке краешек рукава. И он получается полностью вязан. Полосочки не прекращаются. Полосочки со всех сторон. И все, вот видите, одно из другого выходит. И непонятно, каким образом этот рукав сюда ввязан. Первым делом зашиваем открытые петли. Так, если мешают хвостики... Если вы их правильно закрепили, их можно пообрезать немножко. Видите, очень скользкая пряжа. Хвостики. Если я вижу, что они выходят из середины полотна, значит, это закрепленные хвосты. Их спокойно можно обрезать, чтобы не мешали. Так, вот этот хвостик нам пригодится, мы им зашьем краешек, а все остальное сейчас берем иглу. Я возьму белый цвет, потому что он более комфортен для зашивания, и игла, поскольку хвостика ни одного нет, которым зашить можно, берем иголку с ниточкой и выполняем горизонтальный трикотажный шов, имитирующий провязывание на машинке. Первое, что делаем, убеждаемся в том, что ни одна петелька не затянута. Видите, за счет катушки они все прекрасно видны, разделены. Так, метка не нужна, она только мешает. Уже аккуратно ее убрать. Опять еще раз подтягиваю все петли. Смотрю, что мы ничего не затянули, потому что если случайно в процессе отпаривания или перекладывания, или вязания вы где-то потянете за ниточку, петли могут быть перетянуты. Их нужно просто вернуть в нормальное состояние. Так, берем
пряжу, переворачиваем на лицевую сторону, сшивается по лицу. Смотрим, что мы ничего нигде не перевернули, полотно лежит так, как оно должно лежать. Я обрезаю хвосты у бросовых, потому что они путаются в руках и мешаются. Бросовую саму не снимайте, потому что если что-то пойдет не так, у нас всегда будет возможность вернуться, петли не потеряются. Так, вводим иглу в первую петлю, выводим из второй. Хвост остается. Вводим иглу в первую петлю, выводим из второй. Для этого и нужны контрастные цвета, чтобы легко было видно петли. Так, вводим в ту, из которой выводили, выходим из второй. Обычный, стандартный, традиционный горизонтальный трикотажный шов, который применяется при вязании поперечных изделий. Единственный секрет, который тут есть, это использование контрастных, ну или не контрастных, но катушечных нитей. Задача выполнить размер петельки такого вида и качества, как соседние, чтобы не было, чтобы шов был максимально незаметным. Все. Вот она петля, ее видно, она миленькая, но видно. Заходим, выходим, все. Зашиваете до конца. Сейчас наша задача будет после этого зашить край рукава. Мы будем сшивать на машинке. Вот. Убираете бросовую. Просто вытягивая катушку, у вас бросовая нить сама отваливается. Так, и переходим на машинку зашивать бачок. Соединяем. Наденьте рукавчик на иглы. За самый-самый краешек, то есть нужен один петельный столбик. Нюанс соединения полосок в том, чтобы у нас четко полоски совпадали. То есть никакого перекоса быть не должно. Вот здесь заканчивается коричневая, начинается серая. И желательно смену цвета оставлять между иглами. Тогда идеальное соединение будет ровно пойдут место соединения. Если вы будете на иглу надевать вот эту саму точку перехода, у вас может быть перекос. Итак, надели. Если просто взять это и закрыть, соединение будет некрасивым. Возможно, разные петли, растягивания и прочие неприятные вещи. У меня хвостик, который мы зашивали, я им и провяжу один ряд. Ряд на прям вот очень тугой плотности. Если рабочая плотность у нас четверка, то провязываю вот этот соединительный рядочек на 0.02 точки. Вот совсем-совсем вот туго. Получаются очень плотные, тугие и абсолютно одинаковые петли. И вот эти петли я могу уже закрывать, как умею. Это совершенно чудесный, замечательный способ для тех, кто не очень хорошо владеет крючком, и петли такие разномастные получаются. Соединение очень плотненькое и при этом эластичное, потому что оно связано, и петли будут давать слабину и в то же время отлично держать полотно. А для тонкого полотна это вообще находка, потому что его соединять на самом деле тяжело. Так, краешки я не стала соединять сам скантик, потому что здесь у меня хвостик серый есть. Я им и зашью иголкой. А здесь просто вот закрывайте обычной косичкой. Причем рыхленькой, чтобы давать возможность полотну тянуться, если это будет нужно. Так, количество игл для сшивания. Посмотрите по петельной пробе. Сколько игл, на какое количество иголок надевать? По петельной пробе посмотрите по сантиметрам. Сейчас мы с вами это сделаем на боках, потому что бока изделия мы будем соединять точно так же на машинке. И разберемся, как делать расчет и как соединять полоски. Вот сейчас я вам показала, как соединять, когда полоски у нас одинаковые, а на изделии у нас полоски будут со смещением. Там все гораздо проще. Поэтому сейчас закрываю, хвостик закрепляю и переходим. Ну, здесь вы в
сможете уже, наверное, сами подшить краешек. И переходим к соединению деталей. Соединяем точно так же, как рукавчик. Как соединять? Посмотрите по петельной пробе или просто как вы можете растянуть полотно. Потому что здесь, собственно, по петельной пробе хорошо, но поскольку у нас другая другое провязывание на нулевой практически плотности, будет немножко по-другому. Но с другой стороны, плюс-минус по петельной пробе нужно считать. У меня получается 3 сантиметра фрагмент и сантиметр полоска. И по петельной пробе выходит 9 петель, 3, 9 и 3, 9 и 3. Ну так и делаем. Растягивается тяжело, это все-таки шелк, он не тянется. Вторая пряжа более эластичная, она тянется очень хорошо, с ней проблем не будет. Поэтому сначала надевайте тяжелую шелк. Нюанс в чем? Вот они, 9, 3, 9, 3, 9, 3. Распределите сразу, и проблем у вас тоже не будет. Пропускайте между иглами смену цвета. Это очень важно для того, чтобы у вас хорошо прошло соединение. Даже не важно в том, что у нас будет перекос узора. Это первое. И второе. Поскольку у меня перекос, вот если бы у меня полоски шли одна из другой, можно было 8, туговато идет, можно было 8 петель, но у меня перекос. И вот эти 3 петли я должна буду распределить вот здесь, 3. А если я сделаю 8, 3 посередине уже не помещаются никак, они будут с перекосом вверх или вниз. Поэтому делаю так, чтобы у меня 3 петли вот этого перекоса четко шли между дорожками. Поэтому 3 петли, 3, 3, 3. Вот для этого, для симметрии, 9 петель обязательно. То есть меньше и сделала бы, да нельзя, узор перекосит. Поэтому за петельный столбик, за один старайтесь. Так, пропустили между иглами смену цвета. И надеваю первую, завершающую петлю. И между ними вот там вот вылавливаю петельную дорожку. Чем ровнее сейчас наденете, тем менее заметен будет шов. Дорожка пойдет прям дорожка. 3 петли. Первая петля смена цвета осталась между иглами. Завершающая петля и средняя где-нибудь тут. Все. Опять первая. Завершающая. И распределяете. Надеваете первую часть. Сверху вторую. Почему я так положила? Разложите на столе или на полу, на ровной поверхности, последовательность деталей. Так, чтобы ваш шов шел со спиной, стыковался. К переду у нас на рукавах шовчика нет. Вот он, кстати, шов с ровными полосочками. Этот шов идет к спинке, к детали спине. Разложите вот так 4 детали. Берете рядышком 2 детали, я их подкалываю. Прямо на столе просто булавку воткнула, чуть пониже деталь. И теперь, когда я их соединяю, мне не нужно думать, правильно я сложила, неправильно. В свое время научилась, когда соединила все и выяснила, что не так сшито, не те детали сшила. Поэтому теперь я их подготавливаю заранее, сколола, и я точно знаю, что эта деталь пойдет сюда. Достаю их, когда зашиваю, складываю опять на стол, беру следующую, подкалываю, иду на машинку, тогда я точно не ошибусь. Все, соединяете эту часть, потом выдвигаете иглы по другому разбору, потому что у меня 3 иглы будут. С другой стороны, надеваете вторую деталь, точно так же за петельный столбик, и сшиваем ровно, как на рукавчике. Провязывая один ряд на самой-самой тугой плотности и закрываем. Сшили 4 детальки. Завершающий шов не делайте, и желательно, чтобы он был со стороны спины. То есть перед у нас посерединке оказывается, спинка сбоку. Сколько игл? Помните, когда мы с вами снимали мерки, мы решили, что горловина будет 50 сантиметров. По петельной пробе определяйте, сколько это петель. И такая вот рекомендация, вы можете взять и петельную пробу немножко растянуть. То есть не фактическая петельная проба, чтобы ровненько лежала, а чтобы немножко растянутая она была. Тогда горловинка более плотненько сядет на шею, будет лучше смотреться. От
открытые петли, видите, там бросовая нить, не снимайте бросовую нить, потому что она поможет нам отделить горловину от планку от деталей. Обратите внимание, у меня горловина будет белой, завершающие все элементы белые. Если снять бросовую нить, вы просто не найдете эту линию соединения, то есть у вас все ровным одним полотном пойдет, будет тяжело соединять, поэтому бросовую нить оставьте. И потом, если что-то не понравится, вы можете распустить и переделать. То есть бросовая нить снимается после того, как детали уже готовы. Надеваете. При посадку делаете, ну, просто на глаз. Вот у меня 34 петли на каждый элемент получается. И вот надеваете крайние. И на глаз вот эта вот припосадка, там она такая хорошая, практически одна петля, две иглы, одна игла, две петли. То есть очень хорошо припосадилась. И делаем планку. Планка у меня будет такая же, как, ну, немножко пошире сделаю, чем основная полоска. То есть 10 рядочков, по 5 рядов с одной стороны и с другой. Задача не планку сделать широкую, а оформить кант. Никакие отделки не буду делать, провязываю. На рабочей плотности первую часть, вторую сделаю плотность чуть-чуть потуже. Что я имею в виду? Рабочая плотность четверка. Так, давайте убираю вниз полотно, потому что оно само себя сейчас будет оттягивать. Берем четверка, провязываю 5 рядов. Это край, который у нас идет сверху. И сейчас будет внутренняя часть. Делаю третью плотность. То есть потуже. Потуже на единицу, можно даже больше, потому что внутренняя часть у нас будет туже, чтобы она стягивала. И на ряд больше, потому что плотность более тугая. Ну, даже видно, что петли более тугие, они будут подтягивать планку дополнительно. Петли, которые у нас были первые, вот они, надеваете на иголки и закрываете удобным способом. То есть все, мы создаем обратный подгиб. Закрывать можно, как мы это делали, на рукавах. Закрывать можно обычной косичкой. Вот как удобно, так и выполняйте. Самое главное, не сильно затягивать. Ну и не давать излишнюю слабину. Внутреннее соединение. Надеваете петли. Все.